Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», студії Маргарита Шубукова. Добрий день. У рамках другого форуму регіону Білорусі і Росії, який пройшов у Сочі, підписані два погоднення об співпрацовництві нашого регіону з Оренбургською і Пензенською областями. Як означив під час виступлення на пленарній часі старшиня Гомельського облвиконкома Володимир Дворник, активне співпрацовництво з російськими регіонами – один з основних аспектів стабільного розвитку Гомельщини. Починаючи з 1993 года, мы подписали больше как 100 двухбоковых погоднений об гандлево-экономичном и науково-культурном сотрудничестве. Сегодня наши партнеры размещены на всей территории Российской Федерации, от Брянской области до Республики Саха, Якутия. Летость товарооборот Гомельщины с российскими регионами склал 5 миллиардов долларов, за 7 месяцев этого года 2 миллиарда 300 миллионов. Подчас работы другого форума региона Беларуси и России свою продукцию презентовали 15 предприятий нашей области. Напередодні професійного свята шэраг супрацоўнікаў Гомельской мытни узнагароджаны специальными нагрудными знаками Державного мытного комитета, а так само гоноровыми грамотами и подяками. Сегодня Гомельская мытня является одной из лепших у Беларуси одразу по нескольких показчиках. Об этом еще раз узгадали по час проведения урашистого сходу. Первые змены гомельских мытников заступили на участок границы с Россией и Украиной 1 липеня 1993 года. За минулый час мытные органы пераўтварыліся ў адзін з самых эфектыўных механізмаў дзяржаўнага рэгулявання знешняга гандлю. Сёння ў ліку прыярытэтаў павышэння транзітнай прыцягальнасці краіны, барацьба з трансгранічнай злачыннасцю і стварэнне спрыяльных умоў для паспяховага міжнароднага эканамічнага супрацоўніцтва. Свой высокі прафесіналізм гомельскі мытнікі пацвярджаюць падчас работы ў рамках Еўразійскага эканамічнага саюза. По выниках минулого года мытня признана лепшей у Беларуси. Все лето так само находится у лику лидеров. По часу урочистого сходу лепшие сотрудники отримали нагрудные знаки Державного мытного комитета за отзнаку, а так само гоноровые грамоты и подяки. По состоянию на сегодняшний день порядка более 11 триллионов белорусских рублей перечислено в республиканский бюджет. Выявлено более 2000 административных правонарушений. При этом отдельно следует обратить внимание, наверное, на ситуацию, что выявлены 24 уголовных дела, которые подлежат Уголовному кодексу Республики Беларусь. При этом из 24 12 это преступления, связанные с перемещением наркотических средств. Хочу поздравить ветеранов Гомельской таможни, сотрудников, членов их семей с наступающим профессиональным праздником, пожелать им здоровья, благополучия, успехов в работе, карьерного роста. Всех благ, всего самого хорошего. Каля 60 семей собрались сегодня в областном палаце творчества детей и молоди. Тут отбылось областное свято, присвященное Международному дню мира и встречи с детьми, которые народились 21 вересня. Усяго, начиная с 2007 года, посвящение «Дитя миру» отримали каля 400 маленьких жихаров Гомельщины. С некоторыми из них познакомился Олег Сенцюров. Починаючи з 2007 года, діти, які народилися 21 вересня у Міжнародний день миру на Гомельщині, отримують статус «Дитя миру». Летось упершиню провели їх агульний збор, тоді приїхали 45 дітей з 5 регіонів. Сьогодні вже 60 чоловік із 9 районів в області. Город Гомель, Гомельский, Будокошелевский, Светлогорский, Доборский, Кармянский, Ветковский, Лоевский и Калинкинский районы. Организаторы кажут, что собрать одразу усих детей миру просто немогчимо. Зараз на Гомельщине такий статус мають 397 неповнолетних. А для тех, кто не трапил на областное свято, районное отделение фонду миру обовязково повиншують так само. Самым старейшим з тих, кто приехал на областную встречу 8 годов, але шмат хто з них уже может похвалиться першими значными поспехами и не только у учебе. Маша участвовала в этом году в республиканском конкурсе «Чемпионат Республики Беларусь по народным танцам», где мы заняли 3-е место. Также мы участвовали в областном конкурсе «Под белыми крылами», который проходил у нас в районе. Это областной конкурс, и мы заняли гран-при. Я хожу во второй класс. Четвертый год хожу в танцевальный. Мне очень нравится ходить на танцевальный. Мне нравится танцевать, и я хочу дальше продолжать.
Идея надания статусу «Дитя миру» належит двум областным отделениям Белорусского фонда миру – Гомельскому и Гродинскому, але менавіта у нашем регионе гэты рух набыл наибольш значные масштабы. Миротворцы кажуть, что по сутности кожная немовля за часом может стать гонором не только конкретной семьи, але и всего миру. До речи, дятей миру часто называют еще мирными детьми, у тем сенсе, что яны повинны вырасти людьми, якія обовязково будут потребовать у свете мир и стабильность. Они когда станут взрослыми, чтобы они знали, что именно у них статус «Дитя мира», и чтобы они делали все от них возможное, чтобы именно был мир, дружба, взаимопонимание. Вот наша главная цель этой акции. В этом году акция «Дети миру» пройдет на Гомельщине у 9-й раз. В ближайшую пятницу активисты фонду миру накируются у родильные домы, как повиншовать мати, которые народили 21 вересня, и уручить им отповедное посвящение. А на проконце месяца у Гомеля запланована встреча уже миротворцев-школьников с белорусского Гомеля и российских Бранска, Смоленска, Новозыбкова и Злынки. Олег Сенчаров, Сергей Климович, телерадиокомпания «Гомель». У Гомеля будет вырабляться лепшая по якости пшеничная мука. Здарыцца гэта после того, как тут будет уведены в эксплуатацию головный млын областного центра. Зараз на городском комбинате хлебопродуктов завершается модернизация основной вытворчасти. Новое обсталяванне дозволит не только значно снизить энергозатраты, але и пашать выпуск продукции, запотрабованной на внешних рынках. У чым пераканаліся у тым ліку и наши корреспонденты. На территории центрального района Гомеля сегодня находится около 5000 субъектов господарения. Але комбинат хлебопродуктов – предприемство без перебольшения особливое. От его деятельности у значной ступени залежит харчовая безпека краины. Сёлета у лик державного заказа тут приняли 35 тысяч тонн сбожжа. Контроль за его якостью протягивается каждый день, але уже зараз можно стверджать, что сёлетний урожай лепш за летошний. Дальше до 80% муки будет поставлена комбинату хлебопродуктов для вытворчасти хлебобулочных выработок. Остальные реализуются насельництву про гандлёвую сетку. Мы заготовили достаточно пшеницы третьего класса с хорошей клейковиной. И будем надеяться, что в работе она себя покажет хорошо. В прошлом году у нас был в основном четвертый класс, но с третьего мы не заготовили даже себе под плановую работу. А в этом году у нас, в принципе, вопросов нет. Гомельский комбинат хлебопродуктов – предприемство со шматгадовыми традициями якости. Тут навод свой лозунг иснуе – прибыток – самое головное, але якость дорожей. Еще в 1971 году тады млыновый комбинат был узнагороджены орденом працовного червоного стяга за укоронение новой передовой технологии. Правда, с того часу шмат чего изменилось, и сёлета тут проводят новую модернизацию основного млына. У вынику вытворчасть муки вышейшего гатунку с кожного килограмма сбожжа повелишится с 38 до 60%. И это не один и плюс. Это нам позволит улучшить качество выпускаемой продукции, расширить ассортимент и, самое главное, сэкономить средства. Сегодня энергопотребление нового оборудования в разы меньше существующего, которое до этого было. На этом мы надеемся иметь прибыль. Еще одна мета, якая будет достигнута у вынику модернизации вытворчасти – повеличение экспортных поставок. У вогуле гомельский комбинат хлебопродуктов и сегодня поставляет продукцию за межи краины, але ее ассортимент не вельми широкий. Молдова набывает житную муку. Китай – шелупинья грешки, якое выкористовывается у постельных приналежностях, бо оно снижает вельготность и знищает насекомых. Але это явно не основная продукция предприемства. Это большой инвестиционный проект, который реализуется при поддержке нашего губернатора и Министерства сельского хозяйства. Значит, результат реконструкции данной мельницы позволит добиться лучшей по качеству муки в Республике Беларусь. То тем самым обеспечить более качественной мукой и свой регион, и республиканский внутренний рынок, и замахнуться на хороший экспорт в Российскую Федерацию. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомельским областным драматичным театре мюзиклом «Бендюжник и король» стартовал новый сезон. Оповедание Исаака Бабеля на сцене увасобил Орловский державный театр «Вольная простора». Гэтая постановка была представлена на подмостках многих городов и означена театральными премиями. Усяго у гастрольной афиши российских артистов 5 спектаклей, авторами яких являются як классики, так и сучасные драматурги. Гомельский глядач убачить трагикомешные конфликты, фантазийные постановки и мелодрамы. Сярод их пьесы «С каханами не расставайтеся», «Я не вернуся» и «Нож перед колядами». Для самых же маленьких театралов Орловская труппа разыграет музычную каску «Ловися, рыбка великая», написанную народным словом. Много костюмов, ну,
приезжает практически весь театр. Мы так несколько рейсов делаем, потому что тут 40 человек занято в этих гастролях. Спектакли в разных фестивалях принимали участие, так что мы думаем, что Гомелю есть что посмотреть. Ближе познакомиться с китайской культурой зараз можно у музея Гомельского палацово-паркового ансамбля. Больше за 500 экспонатов представлено на выставе под названием «Земля поднебесная». Некоторые рэши можно не только разглядеть, а навод примерить. У особных народных костюмах дозволить сфотографоваться. Коллекция одения демонстрирует всю разностайность шматнационального Китая. А кроме того, тут можно убачить и узоры традиционного декоративно-прикладного мастерства. От выработки из бронзы до китайских лихтариков. А у видеозале наведывальникам пропонуют ознакомиться с достижениями китайского кинематографа. Большое количество видеофильмов и о народном костюме, и художественное кино, и мультипликационные фильмы на самые разные интересы. Первый в Гомельской области военно-патриотичный класс пограничной накированности появился у Новогудской средней школы. 18 подлетков на протягу ближайших 2 годов будут постигать азы пограничной справы. Затем, как проходит навушальный процесс, назирала Ганна Ковалева. Звыклый официальный деловой стиль навученцы 10 класса Новогудской средней школы изменили на зеленые береты, камуфляжное обмундирование. В учебном раскладе по соседству с математикой и физикой у них особливый предмет – пограничная справа. 18 человек, которые прошли отбор по психологичных и физичных якостях, стали первыми в Гомельской области навученцами военно-патриотичного класса пограничной накированности. Они живут непосредственно возле государственной границы. Здесь рядышком пункт пропуска, пограничная застава. Все это они видят, часто бывают на экскурсиях. И в дальнейшем мы надеемся, что эти дети пойдут учиться в наш институт пограничной службы. Естественно, что мы пополним свой кадровый потенциал. В учебной программе тактика пограничной службы, инженерная справа, идеологичная и специальная подрыхтовка. С практичных занятков сборка-разборка автомата и стрельба с пневматичной винтовки. У перспективе у Новогудской школе будет подрыхтовано помешкание для тира. Выдатки на форму, оформление навучальных помешканий, их наполнение методичными материалами взял на себе Держпогранкомитет. В этом классе очень нравится учиться, так как мы разные строевые подготовки отрабатываем, выезжаем на полигоны, ездим в Глыбоцкое на заставу 1224. Также нам рассказывают, много показывают интересного. В дальнейшем хочу связать свою судьбу именно с погранзаставой. Хотелось бы идти работать на пограничника, так как дядя работал и много всего рассказывал интересное про границу. Хочется связаться там дальше с границей, идти работать на контракт. Кроме стандартных выпускных экзаменов, у этих школьников чекает контрольный срез по пограничной справе. Уже сегодня большинство их планируют носить зеленые береты и после закончения школы. Тем больше, что при поступлении в институт пограничной службы яны будут иметь переваги перед иншими абитуриентами. В целом же кадровой проблемы у этой сферы на сегодня нема. А вот актуальной во все часы застается необходимость повышения профессионализму. И таки класс даст махчимость починать и рыхтовать специалистов уже со школьной парты. Ганна Ковалева, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель». Каля 80 юных теннисистов принимают удел у теннисном турнире «Гомель Бэйби Кап». Спаборницы проходят на кортах областного центра Олимпийского резерва по теннисе. Дитячие турниры у центра проводят 5 раз на год. Спаборницы завсёды избирают шмат удельников, у тем лику и из-за межа Гомельской области. На этот раз гости не приехали. Сярод удельников только мясовые выхованцы. Однако на массовость это не поплывало. У Гомеля теннис зараз довольно популярный. У центра занимаются каля 400 спортсменов. Мацнейших выявляют у 2 узростовых категориях – до 8 и до 10 годов. И покуль будущие зорки теннису змагаются на кортах, за их гульнёй сушить самые отданные болельщики – батьки. Волнение, конечно, в первую очередь. Хочется, чтобы выиграла. Ну, а как получится уже, будем смотреть. И на этом покуль усё. За развитием подей сошите по наших выпусках. А я с вами развитываюся. До побачення.